Всем привет! С вами Тимур. Продолжаем изучать французский по репликам сериала «Элен и ребята». Сегодня разберем реплику Кристиана из четвертой серии, на материале которой поговорим немного о глаголе «savoir» и «conditionnel présent». А знаете что, мне пришла в голову классная мысль. Здесь, на мой взгляд, не так уж и много вариантов грамотной передачи реплики Кристиана на русском. К тому же отмечу, что перевод, осуществленный в 90-х годах. А знаете что, мне пришла в голову классная мысль. Представляется мне вполне привлекательным. Однако, все же уделю внимание отдельным вопросам, которые могут возникнуть у некоторых из вас при самостоятельном разборе данной реплики. В первой части рассматриваемой реплики Кристиана встречаем глагол savoir. Для тех, кто подзабыл, напоминаю, что во французском языке есть два глагола, которым в русском соответствует глагол знать. И каждый из этих глаголов имеет свои особенности употребления. На материале реплики Кристиана давайте рассмотрим особенности употребления глагола savoir. В данном случае использование глагола savoir обусловлено тем, что за ним следует союз quoi, с помощью которого во французском обычно вводится придаточное предложение. Хотя в нашем случае союз quoi по сути не вводит дополнительную информацию, а на популярном среди переводчиков и изучающих иностранные языки ресурсе, представляющем перевод в контексте, я нашел несколько примеров подобного сочетания, в которых союз «qua» вводит дополнительную информацию. Во второй части высказывания Кристиана мы имеем оборот «il y a» в «conditionnel présent», которое выражает действие предположительное, возможное, зависящее от каких-либо обстоятельств. Здесь, скорее всего, «conditionnel présent» указывает на некую вероятность того, что мысль эта, промелькнувшая в голове у Кристиана, действительно окажется классной. Языковая студия Langless предлагает всем желающим разговорный курс французского по сериалу «Элен и ребята», который составлен на материале реплик героев сериала. Более подробную информацию о курсе смотрите в нашем ВК-паблике. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось наше видео. Оставляйте свои пожелания и предложения в комментариях. И подписывайтесь на наш канал. С вами был Тимур. До скорых встреч.